данные, они у одного из курьеров. Документы попадут не в те руки. Получите себе такого врага на Дальнем Востоке. Шифр повезут из Шанхая в Москву. Главное, не ошибитесь в выборе команды. Дамы и господа, в поезде произошло убийство. Значит, убийца в третий раз. Возможно, он один. А возможно, их несколько. Решетка взломана, оружие в общем доступе. Его я видел рядом с вагоном китайцев перед убийством. Кто это был? Мы курьеры, и он с нами. Вы что-то поняли, да? Кто вас нанял? Найду документы, найду убийцу. Кто твой сообщник? Говори!